Добрый день. Что у нас сегодня? Сегодня у нас сдача вот такого столика. Так, дуб. Материал не наш. Материал заказчика. Я как-то давно еще показывал, какой был материал. Там была доска. Ну, это уже даже не доска, это бруски были в некоторых случаях 60-ка, 70-ка. Видно, какая толщина, да? Вот, сами ножки. Дизайн, в принципе, мой дизайн, да? Но делал я, исходя из того, из чего было. Из чего было, из того слепило, по-моему, да? Так, песня. Да. Так вот, из чего было... Из того и сделал. Немножко планы сначала хотел как немножко по-другому сделать, но так вышло, что сделал именно так, как есть. Так, ну что, сейчас скажу размеры ножки, чтобы было более понятно. Так, толщина ножки 11 сантиметров. Давайте так, 110 миллиметров будем. Так, немножко даже больше. Так, толщина крышки 50 миллиметров. Вот так. Вот эти вот царги, да? Давайте просто попробую снизу показать. Наверное, темно, они будет видно. Ну ладно. То есть вот эти вот царги, да? Они тоже 50 миллиметров. Почему так сделал? А смысл какой был мне их строгать тоньше? Если доска толстая, хорошая, пускай будет толстая. Понятно, что по весу он где-то, я не знаю, ну где-то килограмм, наверное, под 50, наверное, будет. Очень тяжелый получился. Но зато весь из дуба. Значит, далее покрыт маслом. Масло добавлял немножко пигмента. Какое масло, в принципе, здесь, честно говоря, особо роли не играет. То есть мы покрываем американским маслом. Если у вас есть какое-то другое масло, и оно испытано, и все хорошо, то... Я думаю, что смело пользуйтесь, и все будет нормально. Если, конечно, оно испытанное. Потому что один знакомый тоже дали ему масло на тест. Да, а он говорит, я говорю, какое масло? Он говорит, что поставишь вот сюда чашку, например, там мокрую. Или как. И получается такое пятно. То есть я к чему говорю, что если у вас масло есть, оно испытанное, то можете смело пользоваться. Если оно не испытанное... Ну, тогда стоит задуматься, нужно им ли им пользоваться. Так, сейчас попробую так как-то отойти немножко. Короче, вот так. Вот получился вот такой столик. Размеры. Давайте еще скажу размеры, может кому-то еще. И размеры нужно будет сказать. Так, крышка 80 сантиметров на 1,20 м. Не знаю, камера, наверное, не так не передаст, но получился большой стол. Журнальный. Крышка 80 на 1,20 м. Все, вроде все показал, все рассказал. Вот такой. В принципе, по работе здесь все просто. Я думаю, что здесь проще, наверное, некуда, потому что простая работа. Не особо там какие-то выкрутасы есть. Там пару шипов. И все остальное все просто. Так, все. Вот такой сегодня на сдачу столик. Так, все. Спасибо, до свидания. Спасибо за внимание. До свидания. Вот, да.